Сенсацией паралимпийского вторника стали российские биатлонисты. Они заняли весь подиум призеров за гонку на 12,5 километров в категории «Сидя». Медаль высшей пробы у Романа Петушкова, вторым финишировал Алексей Бычонок, третье место у Григория Мурыгина. В этой же категории в гонке на 10 километров среди женщин серебро завоевала Светлана Коновалова. Еще одно золото у биатлониста Азата Карачурина, победившего в категории «Стоя». В этой же категории у женщин в гонке на 10 километров – золотая медаль у Алены Кауфман. У Натальи Братюк – бронза. На этой же дистанции среди слабовидящих первой стала Михалина Лысова, а вот второе место у Юлии Будалеевой. В аналогичной мужской гонке на 12,5 километров серебро России принес Николай Полухин. Теперь в активе нашей сборной 34 медали. 11 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых. Россияне продолжают уверенно лидировать в общекомандном зачете.